Всех приветствую, друзья, на канале у себя. Проведем сейчас обзор на разъем СССР годов. Много видео я видел, вот решил сам заснять, как такие карболиты побыстрее разобрать. Разместитесь поудобней, ну а я сейчас начну. В кружку кофе вы налейте, прикусите сахарком, ну а если ошибусь, где-то как-то повторюсь, вы уж сильно не кричите, не гоните молотком. Вот разъем РП-14 с содержанием серебра. По контактам 30 штук. Есть 16, есть и 10, даже 5 есть. Вот такой трехвидный круг. По годам я что скажу? Маркировка 83. Есть и ранние, и поздние года. В соответствии с этим получаем мы различия в содержании серебра. Где и как он применялся? Информации полно. Говорить об описании будет скучно и не то. Лишь совсем чуть-чуть добавлю. Силовой разъем РП применялся в бытовухе, макросборках СНГ. Предназначен для работы в электрических цепях с частотой 3 МГц, напряжением 800. Углубляться я не буду, мы до этого дойдем, ведь сегодня роль разбора. Так давайте разберем. Так, разбираются легко, проще, чем носить трехко. Сейчас кусочки я возьму, все подробно покажу. Так, вот контакт чуть-чуть закручен. Нужно выпрямить его. Так. Ухватившись за макушку, опираясь на заглушку, просто тянем. Вот и все. Сейчас еще раз покажу. Так, чуть поближе приложу. Выпрямляем. Опираем. Так, вот так покажу. Тянем. Оставляем. Ну, растягивать не буду. Взял навеску 8 штук. Вы послушайте мелодию под разборку быстрых рук. Да, немножко подустал. Аж перчатки, блин, порвал. Сейчас мы взвесим лигатуру, опираясь на весы, и узнаем по итогу, сколько грамм мы принесли. Так, ноль. Оттариваем. И потихонечку высыпаем. Листочек заверну. Вот так. Так, все, пусто. По итогу 120 грамм. Блин, маловато, но не хлам. Есть тут все же серебро. Тут, конечно, не ведро, но присутствует оно. Так, опираясь на решебник, программируя расчет, на 120 грамм контактов 3,6 МГ аргентум. Вот такой у нас отчет. Но информация не точна, лишь гоняет нас в кураж. В соответствии с этим будем делать аффинаж. Так, ну а данную работу проведем мы в субботу. Ну и главный ваш вопрос. Есть ли смысл? Есть ли спрос? Содержание мало. Да и купят ли его? Разобрали? И куда? Вам отвечу я. Сюда. Я такое покупаю. Ссыль в контакт вам оставляю. Вы пишите, не стесняйтесь. В мои цены углубляйтесь. Ну а ролик я закончу. Стихи писал я ночью. Жду в субботу вас, друзья. Всем удачи. Всем пока.